Весьма симпатично сохранившийся фонтан. Вот, двери опечатаны. Так, а наверх нам, судя по всему, подняться не удастся. На территории парка много вот таких вот заброшенных всяких зданий, построек, корпусов. Идем дальше. По каким-то джунглям. Мы приехали в Сочи, в заброшенный санаторий Орджоникидзе. И сейчас будем по нему гулять. Вход бесплатный. Вот такой вот вход по лестнице наверх. Весьма симпатично сохранившийся фонтан. Санаторий имени Орджоникидзе начали проектировать в 1934 году. Нарком тяжелой промышленности Георгий Орджоникидзе сам выбирал площадку для строительства санатория на юго-западном склоне горы Быхта. Вот, двери опечатаны. Идем дальше. Такое вот здесь еще все мрачное. И с погодой нам сегодня повезло. Дождик моросит, и все в тучах. И вот так вот здесь люди гуляют еще. Так, а наверх нам, судя по всему, подняться не удастся. Сейчас посмотрим, поищем другие варианты. Так, со второго крыльца нам тоже не пройти. Проход закрыт. Санаторий был построен за 3 года, и 13 декабря 1937 года он принял первых отдыхающих. Так, заглянем внутрь. Вот так вот оно все. Да, прям вот таким вот разваливающимся оно не выглядит. Выглядит больше таким вот дешалым, заброшенным. Круто. Очень круто. Парк, в принципе, ухоженно выглядит. Дорожки, урны. Видимо, как-то его поддерживают. Хоть чуть-чуть, но поддерживают. Но парк прекрасен. На территории парка много вот таких вот заброшенных всяких зданий, построек, корпусов. Но в них не попасть, потому что окна вон на решетках, двери железные. А жаль, я бы слазал. Красиво за счет природы. Если бы у нас березок бы было так, было бы, наверное, не очень круто. Охраняемая заброшка. Санаторий имени Орджоникидзе. Судя по всему, по наличию вот этих вот бетонных оснований скамеек, это был какой-то амфитеатр, наверное. Вот туда лестница идет наверх. Сейчас мы пройдем, попробуем что-нибудь увидеть интересного. Вот бетонные основания сидений. Вот. Птички поют. Столбы бетонные. В общем, такая крутая заброшка. Вот такой вот амфитеатр тут. Вот такие вот тут ступеньки, но мы идем другим путем. Такие ступеньки, как вчера снег. Тоже ступеньки. Идем дальше. По каким-то джунглям. А это у нас тут мимоза. И вот так вот она тут растет, на дереве. Мимоза, красотища прям. Пришлось лезть на дерево за мимозой. Вот и сколько здесь много. И красивая. 7-8 марта, пацаны. В год Великой Отечественной войны на базе здравницы был развернут ИВАКО-госпиталь номер 2132.
О чем, собственно, и свидетельствует эта мемориальная табличка? Вот такая вот здесь электрика. Вот такая вот пальма мешковиной обросла. Санаторий не раз становился съемочной площадкой. Так, в 1956 году здесь снималась известная кинолента «Старик Хоттабыч». В 2010 году санаторий был закрыт на реставрацию. Однако для полной реконструкции необходима большая сумма. И поэтому санаторий находится в таком вот обветшалом состоянии. Ну что, друзья, вот и полазили мы по санаторию, где могли, где позволено было и где не позволено. Но вот наверх сюда нам не разрешили подняться охранники, потому что санаторий охраняется, какой-никакой, но охраной. Так что вот, место очень крутое, всем однозначно рекомендую. Побывайте здесь, здесь круто.